Всем привет, я Георгий Демидов, профессиональный коуч ICF. Когда-то у меня был один знакомый, он все время жаловался окружающим. Сколько не зарабатываешь, все уходит на долги. Он эту фразу повторял словно попугай. Буду удивляться. Он так и жил в долгах. Своими словами мы формируем собственную жизнь. Будешь говорить, что никогда нет денег, и их, скорее всего, никогда и не будет. Будешь жаловаться, что постоянно все забываешь, так памяти не придет. Будешь считать, что ведешь себя как полный идиот, сами понимаете. Такие умонастроения – верный рецепт провала. Тем не менее, все этим рецептом пользуются, и я в том числе, бывает и такое каждый день. Мы долдоним себе: я толстый, у меня не память, а решето, нищим родился и нищим помру, маму набили хату, она уже не наша. Также бесполезно жить, надо начать мыслить позитивно. Прежде чем что-то говорить о себе, с сегодняшнего дня раз и навсегда забудьте о себе говорить плохо, говорите только хорошо. Понравилось видео? Поставьте лайк.